только что достали из подвала. Он боится еще, я не могу открыть клетку пока. К врачу только завтра. Если врач нам не откажет. Доброго здоровья, друзья. Многие в этом мире встретили Новый год жестокостью, злобой. Я призываю вас начать год с добра, с милосердия, с сострадания к тем, кто нуждается в нашей с вами поддержке и помощи. Перед вами три новых лохматых души, и я расскажу о них. Как вы сами понимаете, любая наша история начинается чаще всего с обычного звонка. Сначала позвонила девушка и попросила помощи для кота. Она сказала, что он живет в подвале, что он уже почти все время сидит, прижимается к трубам, и что рядом с ним сидит кошка и еще два котенка. Я сначала сказала, попробуйте спасти сами. Девушка мне ответила, что она правда не может, у нее уже есть животные. И она кормит все время, ходит в подвал. Вот только в клинику довести не может, нет возможности. И чаще всего, друзья, так и бывает. И тогда мы начинаем искать помощь у окружающих в надежде, что нас услышат и помогут. Девушка привезла ко мне Фарика. Фари. Это имя, оно, знаете, оно просто легло, а почему, не знаю. Сама не знаю, почему я назвала так кота. Я когда увидела эти уши... Нет, я понимаю, что это клещ ушной, что это все, но, ребят, до такого состояния это ведь страшно. Вы представляете, что он испытывал? Что он испытывает? Как только я увидела Фарика, я сказала, везите остальных. И девушка привезла еще двух кошек и котенка. Я не смогла, ребята, оставить их в подвале. Просто не смогла. Глядя на этого черного, у меня просто ныла душа. Как же там эти остальные? Котяра ласковый, но он немножечко не напуган, ребята. Он нервничает, потому что больно. Он нервничает от зуда, от боли, от того, что его мучает. Ирка, представляете, как у него раскалывается голова? Друзья, если бы мы хоть раз могли примерить на себя страдания животного, уверена, весь мир бы перевернулся и стал бы добрым. Друзья, Фарик сейчас в стационаре. Ему сейчас сдали анализы, и я попросила, чтобы его хотя бы дня 3-4 там подержали. Если честно, мне просто страшно. Так, кастрацию сделали, уши все обработали. Все отмыли. Внутри тоже. Ой. Не видно. Вот уши все чистые. Все сделали. А следующее, ребята, это Нера. Обычный звонок и смс-очка. Я вам отправила фотографию на WhatsApp. Посмотрите, пожалуйста. Ну, я и посмотрела. И волосы зашевелились. Кошка на передних лапах ползает по снегу. А домик у нее, ребята, обычная картонная коробка, которая уже промокла и вся нахохлилась. И что удивительно, в этой промокшей, промерзшей картонке живут две кошки. Инвалид и обычная лохматая, которая помогала ее греть. И, ребята, и я сразу позвонила водителю и попросила съездить и забрать. Кто-то меня осудит, кто-то скажет ненормальное. А я, ребят, я все понимаю. Понимаю, что нагружаю вас, но это необходимо, друзья. Нам надо сохранять нашу душу человечной. Добра вам, мои хорошие. Добра от всего сердца. Добра вам. Thank you.
Обычная серая, пушистенькая. Несчастная, грязная и такая же истощенная. К счастью, на ней нет ран. Но благодаря Юми Нера выжила. Друзья, перед вами три лохматых души. И они обращаются к вам в надежде на помощь. Друзья, кто-то начинает год со злобы, с зависти, с жадности, с жестокости. Я призываю вас начать этот год с доброты. И всем сердцем этого добра желаю вам. Добра, счастья, света, любви и благополучия. А главное, крепкого-крепкого вам всем здоровья.